Друзья, всем привет! Подарили мне вот такие вот штуки. Кто в Инстаграм подписан, уже давно это видел. Даже, оказывается, многие подписчики уже этим пользуются. Это топор Дискарс. Телефон упал. Пила. Ну и такой вот модный молоток. Даже магнит есть для гвоздей наживулить. В общем, такая штука прикольная. Хочу, чтобы это было у меня все в машине мобильно. Вот так вот как-то все в одном месте. Здесь у меня щит из березы. Береза сердцевина такая прям ужасного качества. Сейчас вам покажу. Ну, повелся на ее определенный эффект. Вот, смотрите. Знаете, какие переливы дерева. А так, конечно, да, она растресканная, вся в сучках. Сорт не самый лучший. Но нам легких путей мы не ищем. Хотим замутить что-нибудь еще. Добавим сюда немножко эпоксидки. Короче, кому интересно, погнали, друзья.
теперь самое интересное, что у нас получилось. Лишь бы оторвал. В принципе, выделяются местами. Анатомически все. Ну, все, теперь шлифовать и шлифовать.
Вот такой, друзья, получился чемоданчик из березы с оставками с термоберезы. Вот у них торцы какие. На контрасте хорошо смотрится. Такая вот конструкция. Вот это вот все темное, это термобереза, покрыта маслом. Бормовским, как он называется. Паркетное эко. За счет того, что эпоксидкой было залито, анатомические все формы имеет. Не болтается, не шевелится в ней. Удобно. Опилки уберем. Все стало хорошо. Вот здесь у меня косячки небольшие, потому что хотел сделать окошко, чтобы было видно инструмент, особенно барашек, но что-то я не угадал. Ну, обыграл это вот такой дубовой кармашком, как угодно. Для переноски удобно, ручка хорошая брать. Но одну вещь я здесь не сделал, здесь нет крепежа, то есть или как закрывание. Вот хочу вам предложить, кто что предложит. Как бы необычно, чтобы этот ящик закрывался, не был, чтобы это на банальные какие-то крючочки, еще что-то такое. Просто была идея сделать даже стержни прямые, чтобы здесь как-то фиксировалось, но пока не решил. То есть у кого есть идея, обязательно накидывайте, какую бы сделать здесь необычную закрывашку. Может быть, они будут с боков где-то сюда приходить, закрываться с двух сторон. Может быть, здесь как-то сделать. Вот такой вот небольшой туристический наборчик, автомобиль, думаю, самая замечательная вещь. Сюда нужно, наверное, будет поролона вклеить, чтобы он не брякал, все-таки верхняя часть об деревяшку, не стучала. И была идея сюда еще врезать рулетку, но если есть у кого какие идеи, что можно сюда добавить, часть, крышку или еще здесь есть отверстие, ну, есть возможность что-то вставить, что-то полезное, которое будет использоваться, так сказать, на природе. Рулетка, я думаю, здесь не сильно нужная вещь. Понятно, что молотком можно какие-нибудь чопики забить, это напилить, нарубить. Это как бы вариант такой туристический, пойдет автомобиль, чтобы был наборчик. Что еще можно сюда, чтобы это было, так сказать, практично в тур походе автомобильном. То есть самой, конечно, таскать такую штуку не будешь в ручном, а вот как инструмент с собой возить в таком, так сказать, модном ящике. Не хранить же его так в мастерской. Накидывайте идеи, друзья. Надеюсь, было вам полезно. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Обязательно я все прочту. И если что-то будет интересно, обязательно мы это сделаем. Здесь крепеж, и я это размещу в Инстаграме. Подписывайтесь в Инстаграм, там все гораздо появляется раньше. И, соответственно, тот вариант, который у нас получится в креплении, вы предложите, я его все-таки сделаю в этот ящик и опубликую все это в Инстаграме. Ссылка на Инстаграм под видео, друзья. Вот такой получился у меня шикарный инструмент в шикарном ящике. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем удачи и пока.